Ужи, медянки, узорчатый полос и гадюки – такие змеи встречаются на территории Самарской области. Опасны лишь последние. На открытом пространстве гадюк можно встретить ранним утром. В остальное время суток они обычно в тени. Пресмыкающиеся водятся не только в лесах, но и на дачных массивах. Чтобы не стать жертвой, нужно соблюдать правила. Там, где высокая трава, лучше, конечно, либо стараться какую-то высокую обувь одевать, либо просто брать с собой палочку, чтобы прошуршать траву, потому что любой вибрации, любой шум змеи, конечно, боятся. И нападать только в том случае, если их спровоцировать. Это если человек не заметил, наступил на змею или попытался ее как-то там потрогать. Яд гадюки вызывает сильный отек и воспаление. Только за последние несколько дней эти змеи покусали на дачах 4 самарцев. Они госпитализированы в больницу имени Калинина. Первую помощь пострадавшим можно оказать на месте. Просто обработать снаружи антисептиком, неподвижное положение пораженной конечности. Действие вот обычного человека на этом заканчивается. Не надо там вот вспоминать фильмы какие-то приключенческие, да, скрывать рану ножом, прижигать ее, да, там отсасывать яд. Это не надо. При укусе возможно инфекционное заражение, поэтому поход к врачу обязателен.